Актером Александром Татарским. Ему помогал Игорь Ковалев, оба киевлянина. Сначала был самодельный мультфильм по песне о картинах. Его увидел Успенских, позвал ребят в Москву, а они меня вытащили уже из Ленинграда. Познакомились мы с ними в Коктебеле. И, значит, положили мне, вот Татарский от руки написал эту поэму огромную. И я так стал, и говорит, это будет капустник, сделай цитаты музыкальные всякие, и стихи тоже. Эзоп, Ла Фонтен, который перевел по-французски эти басни, Иван Андреевич Крылов, Успенский. Ну, я стал Битлз наигрывать, потому что я не знал, что из этого получится, но потихоньку пошло. Одну простую сказку, а может, помогайте, и сказку, а может, непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может, видимо, со старости имел в виду Успенский, а может, и не помним, но будем вспоминать. Тут я вставил Love Me Do Beatles, но мы потом отказались, почему я в мажор перешел. Вот. Но история развивается, и когда я записывал ее там, на разные пластинки, диски, я еще цитаты вставлял. И там очень много цитат. И поэты добавляются. Недавно КВНщики дополнили Олегом Митяевым. Изгиб гитары желтой, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может, ты обнимаешь нежно, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может, и не ты. Струна осколком эхо, а может, и не эхо, а может, не осколком, а может, не струна. И там она позавтракать, а может, пообедать, а может, и поужинать. Спокойно собралась, послушайте, ворона, кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть, собака, а может быть, корова. Ну, как вы хороша, у вас такие перья, ой-ой-ой-ой-ой. У вас рога такие, ай-яй-яй-яй-яй. Копыта очень стройные, добрая душа, а если вы споете, а может быть залаете, а может замычите, коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат, а может быть ручат. И глупая ворона, а может быть собака, а может бегемот, как что-то запоет, и от такого пения, а может и не пения, упал немедля в упорок от смеха весь народ, а сыру той вороны, а может быть собаки, а может и коровы, конечно же упал и прямо на лисицу, чего кидаетесь, а может быть на страуса, а может и на дворника, немедленно попал. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз. А дети из Сибири нам прислали такой куплет на радио. Не стойте и не прыгайте, не пейте, не курите, там, где везут правительство или подобный груз. Ну, спасибо. Мы еще будем общаться, видеться, песен много. Рома Кац не подошел.